Говорил. Сегодня у нас 4 июня 2017 года. Вот мы с братом Михаилом продолжаем наш курс. Мы ездили на Южный, и там на лодке замерили 1,15 м всего глубина. А здесь называется второй мостик. Это сам пруд, я не помню, как название его. И вот сейчас я замерил примерно на середине. Если у меня волны, конечно, смогу преодолеть их. С Божьей помощью. Все, благословляй. С Богом. Плыви. Что меня там поймаешь? На том берегу. Володя, а? Тебя уже сносит. Сюда. Давай, мери. Не хватает. Ну понятно, глубоко. Тебя быстро уносят. Не знаю, как получится, против солнца получается. Снёбка идет. Нормально. Иду. Так, веревочку дай. Ага, сейчас. Вот эту веревочку. На носу, на носу. Оторвалась. Давай на носу, которая. Палка. Ты не тем бортом. А тут. Тут. Давай, давай, ладно. Веревку давай мне. Это. Во. Подожди, я еще хотел же. Здесь это спина большая, тут она не заснит. Вот сегодня у нас продолжаем. Я отплывал, сейчас брат тоже решил отплыть, Михаил. Давай, с Богом, брат. Это у нас второй мостик, там вот весной. Упала через верх, вода шла, весенняя вода. Братья мешками закладывали вверх, чтобы не размыло совсем уж. Хорошо, да? Где
деревьях хорошо, отдых. Мне очень нравится широта неба. То есть можно наблюдать закаты, восходы, как звезды ночью рассыпаны по всему небу. Даже видно. Далеко не уплывешь. Мы рулеткой-то замерим, сколько у меня палка-то. Но я думаю, 4 метра есть тут, это точно. Тут она и... Что тебя там встречать? Смотри, чтобы безопасно было только. Подожди, подожди, стой, 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 стой. Веревочка. Я тебе веревочку возьму. О! Все, давай, погружайся. Побаловался Буди. Да. Хорошо. Давай, иди камеру. Как? Мы живы, лодка тоже целая. Сейчас мы ее перевернем, чтобы она у нас подсохла, пока она не трупа. Да, потому что вот этот уровень, я показываю, кусты. Они все, вон там, особенно вот возле этой зоны. Сколько было меньше воды. С помощью трактора. Тут плюс еще она опустилась. У нас до мешков была вода. Да. Это большой, большой пруд получился. Большой. Самый большой у вас здесь. Больше нет воды. Ну там единственное может это с ним соперничать. Это Рыжковский, который упустили. Там глубина сейчас намного меньше. Ну ветер дует, может быть. Микрофон забивает сейчас. Сейчас пойдем померяем. Пошли. Мы когда-то с Сергеем Павловичем Пупковым и Игнатьевым Ильичем нас спросил, здесь вот этих мелких карасиков, кальянов, сетями ходили, родили, убирали. Где-то я фотографию видел. Видел, да? Ну, так... На разных, на Рыжковском были, вроде бы тоже здесь были. Если мы на лагере, но не были, на лагере, но там всегда глубоко было, там около 2 метров. Тут, видимо, на первом мостике. Ну ладно, все, сейчас.